В это воскресенье весь православный мир отметит один из самых главных христианских праздников – День Святой Троицы. Празднуется он на 50-й день после Пасхи, поэтому его еще называют «Пятидесятницей». В честь Святой Троицы 27 мая в городе пройдут праздничные мероприятия. В 9:30 на Театральной площади будет играть духовой оркестр. В 10:30 начнется концертно-творческая программа «Святая Троица», которая продолжится в 11:30 с совершением обряда купания Семенчихи. Шествие пройдет от Театральной площади до улицы Набережной. Приглашаем славянцев принять участие в праздничных мероприятиях и поздравляем всех с наступающим праздником Святой Троицы.